секундочку, видео скоро начнется по теме. Я же хочу вас предупредить, что на комментарии я отвечаю крайне редко, потому что каналов много, а я один не успеваю. Если вдруг у вас возникнут вопросы при просмотре этого видео, пожалуйста, в описании видео и в закрепленном комментарии есть ссылочки на телеграм-чат и телеграм-канал СВ. Подписывайтесь, задавайте там вопросы, и вы оперативно получите на них ответ. Спасибо, а теперь к видосу. Так, ребяточки, ну что, зарядил, значит, я свои Galaxy Watch Ультра до 100%, как вы видите. Сейчас захожу в настроечку, врубаю, значит, подключение, вырубаю мобильные данные, всегда включены. Есть дальше, у меня включено, помимо этого, мобильные данные, видите, интернет, значит, у меня тоже включен. И что у меня здесь еще есть? Включен, значит, у меня, получается, NFC, GPS тоже включено. И включено измерение пульса каждые 10 минут. Распознавание активностей и тренировок, естественно, распознавание. Ну и, в принципе, все, наверное, да. Стресс отключен, пульс, как я вам уже сказал, кислород у меня тоже стоит. И все, посмотрим, сколько же Galaxy проживут вот в таком ультра, вот эти вот, в таком режиме с включенным мобильными данными LTE. Поехали. Так, ребяточки, прошло 2 часа. Заряда больше даже 2 часов. Заряд 93,7% ушло, короче, за 2,5 часа почти, короче, за 2,5 часа 7% заряда. Как я уже сказал, у меня включен, видите, режим, все LTE, все мобильные данные, все включено, короче. Поэтому работаем дальше. Я на работе. Шум, все как полагается. Ну вот, ребяточки, прошло, значит, 14 часов с начала теста. И у меня еще, смотрим, 50%. 14 часов, 50%. Как видите, 4G, все у меня включено, мобильная сеть, все включено, все работает. Ну, достаточно хороший результат, ждем дальнейшего. Мне просто интересно, сколько проживет вот от 100 до 0. Ждем-с. Дальше. Так, ребятушки, с момента, значит, начала моего, так скажем, исследования прошло 25 часов. 25 часов, и еще у меня, как видите, осталось там 20%. Все, LTE работает, там все дела, с телефоном по удаленной связи, через мобильную сеть они у меня подключены, как бы, чтобы 4G у меня был всегда включен, потому что когда они подключены к телефону, 4G отключается. И вот 25 часов прошло, и еще осталось, дорогие друзья, 20%, про 11 часов речь. Другими словами, полтора суток часы проживут, полтора дня проживут на eSIM, включенным с мобильными данными, со всеми делами. Как бы в начале вы сами видели, что у меня плюс еще здесь же стоит и Telegram. Ну и, как вы видите, у меня тут стоит ВК и вся фигня, тут еще много чего. Все это у меня работает, естественно. Ну, скажу по-честному, прям данный результат меня очень-очень прям порадовал. Причем это стало вот именно так после последнего, вернее, первого и пока последнего обновления данных часиков Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch 7. Увеличилась также и автономная работа без LTE, просто когда они подключены с смартфоном. Причем увеличилась существенно, почти в 2 раза. Ну, как-то так. Подписывайтесь, если хотите узнать больше о часах.